В округе работает предприятие по производству промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, противопожарных клапанов и решеток. С рабочим визитом посетил завод и пообщался с сотрудниками Владимир Волков. На российском рынке компания «Вентум» с 2009 года. Последние 5 лет предприятие работает на территории индустриального парка «Малаховский». На заводе производят воздухораспределительные устройства, вентиляционные системы и другие металлические изделия. Продукцию используют при строительстве жилых домов, школ, детских садов, поликлиник и больниц, объектов торговли. Завод активно развивается. Мы применяем полностью российское сырье. Перешли на, в том числе, российское оборудование. Мы развиваем как собственное продукцию, так и наши мощности. Парк станков у нас также увеличивается. С запуском нового оборудования производительность возрастет в 2 раза. Увеличится и количество рабочих мест. Заказов много. Завод работает в 2 смены. В месяц на предприятии изготавливают до 30 тысяч квадратных метров вентиляционной продукции и более 7 тысяч взрывозащищенных противопожарных клапанов. Хорошо зарекомендовавший себя производитель уникального оборудования, конечно же, наша задача этот объем увеличить. За счет наших возможностей нас округ развивается. Стараемся создать лучшие условия для того, чтобы к нам приходили, для того, чтобы предприятия на территории нашего округа открывались, развивались. Для нас, в первую очередь, это рабочие места, налоги и, конечно же, имя. Изделия, которые здесь изготавливают, пользуются спросом по всей России, в Республике Беларусь и Казахстане. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал НРТ.